ask Igor what it was like to score his first goal in North America, what it must have felt like, and with his dad in the stands. Игорь, поделись, пожалуйста, впечатлениями от забитой шайбы сегодняшней, особенно на глазах у папы своего, который присутствовал сегодня. Ну, это очень приятно, когда забиваешь ты, и радость, и не знаю сказать, как не передать это словами, и я думаю, это очень приятно, и ему, в первую очередь, а самое главное, что мы выиграли эту игру. It's very important for us to win the game, and of course, for me personally, it was such a great feelings to score in front of my dad. Tonight. 5 years in Yaroslavl, what's it like to come to North America? What was the feeling to come into this dressing room and to play on the ice? Спустя 5 лет, проведенных в Ярославле, какие были ощущения при поездке сюда в Америку, в Канаду и в Северную Америку, в частности, вообще? Расскажи о своих ощущениях первых. Не знаю, первое время тяжело было решиться на это, но как-то все-таки решился, и я очень рад, что приехал сюда. Все очень прекрасно и нравится. It was a difficult decision to make, but and I obviously hesitated at the beginning, but since I arrived, everything has been great. How important was it for him to show a physical side tonight, to hit a lot of people and show that he wouldn't be pushed around? Насколько важно было для вас сегодня показать физическую сторону своей игры, именно чтобы блоки делать и людей так по бортам раскидывать? Я показывал свою игру, которую я умею, чтобы не подвести команду, и я думаю, я с этим хорошо справился. I was just trying to show my hockey style, and I didn't want to let the team down, and I just wanted to play my best, and I hope, you know, it worked. How does he find playing on the smaller ice? Насчет арены, то что лед маленький, гораздо меньше. Как тебе это нравится, не нравится, какие ощущения? Ну, это прекрасно. Тут больше силовой борьбы, а мне нравится силовая борьба, и быстрее надо все принимать решения. Очень интересно. I find it's very interesting. I do like the fact that it's a small on the smaller ice. You have to make decisions a lot quicker. Not to mention the physical part of it, that and the importance of physicality and the physical part of hockey. Can you talk about his dad being here? He was asked before, but his dad's name and what his dad does for a living. Спрашивают про твоего папу, про то, что папа присутствовал. Расскажи немножко про папу. Папа чем занимается? Папа тренер. Ну, в России тренирует молодежную команду. Все раньше играл в хоккей. Тебя тоже тренировал, правильно? Нет. His dad is a hockey player. He used to be a hockey player, and he now coaches a junior team in Russia. What's his first name? Как папа зовут? Алексей. Алексей. Thank you.